Да. По тьмы. Опа. С локтя. Чтоб два раза не ходить, наверное, все-таки вынесу этот гадюшник. Так, что у нас на единицу? Топор. Дробовике. 50 патронов, блин. Ну это пуколка несерьезная. Это медленная. Это вообще спрятать и не доставать. Вот с чем я зайду. В медвежскую больницу. Как он там называется? Которую он мне дал. Дэнс. Я назову его раздаватель правды. Все проснулись? Один не проснулся, а? Чего? Наверное, просто шум. Да. Мутант Камикадзе порезался, когда брился. Ничего, никто не видит, даже покурить балкон. Смотри, говорит на меня, брат, я супер мутант. До телевизора одни уши доехали. Мутант-разведчик. Ну-ка, критическую. Ёлки. Да ж не спешил, вот это. Так, и помощь в виде отбивной собачатины. Да ёлки-палки. Почему я горю? Куда делается мое здоровье? Я ж перезаряжался. Да ёлки-палки, ну кто-то накинул меня справа. Я сохранился очень неудачно. Потому что уже слышу, как она летит.
Так. Давайте, ребят, за мной. А то у вас там тесно, накурено. Мешки какие-то подозрительные. Неприятного вида и запаха. А биться будем у камней. Там посмотрим, кто сильней. Перелезь уже. Он один оттуда вылез. Да. Ай. Больше всех надо было. Сохраняемся и повторяем. Я бы с него прицел убрал, но ему нужен такой прицел, тактический, а не стратегический. В помещениях с ним неудобно. Один должен быть еще в зале, прям рядом. Ну как крит ему. Блин, это что было? Граната вроде взорвалась далеко. Это что за препятствие? Его патронов к дробовику. Не понял я. А там еще один, у него полоска же не уменьшалась.
В игрушке не Хексона, какой-то вот старая игрушка была по мотивам. Первых думов и так далее там. Присказка, как была, тебя там жарят, варят, парят, рубят, режут. Сейчас, говорит, ты умрешь. У меня дел еще навалом просто. Мест, которых не видел, миллион. А вы такое говорите. Не ожидал. Так. Пробивающий дрым. Что вы там меня подгоняете? Я разберусь. Кругом акушерство и гинекология какая-то. Ты у дантиста, наверное, такой горшок в виде зуба. Попить можно? Емкость с жидким азотом. Блин, она мне нужна? Так, помощь что-нибудь съесть можно? Мне надо и выбрасывать емкость эту. Сталь 2, блин. Есть для тебя пыточка. Тут я фонариком свечу. Подходите. Куда? Протектороша, хочешь размяться? Выходи, говорит, не прячься. Ньюс. Фьюз. Одна буква есть. Дан. Тоже одна. И next. Made. There we go. Протекторончик. Матрица характера. Охрана порядка. Привет, дружище, иди там, он нарушает порядок. Хулиганы. Такие. Молодец. Разбираешься. Только хулиганы в другой половине. Вашего заведения. Самсин. Сам ты самсин. Я не самсин, я самбоди. Так, откуда там... Ух ты, как нехорошо получилось. Нехорошо получилось. Опрометчиво. Так, два стимулятора исправят положение. Так, вот это вообще лажа, блин. Я стою, стреляю. Пули не пролетают над перилами. Мутант Громила.
малоподвижную правую ногу, левую. Ух ты, он попадает. Блин, не видно нифига. Инъекционный карабин, по-моему, это тот самый пистолет, который мне предлагали с самого начала. Идет какие-то всякие патроны. Почти новую мартышку кто-то выбросил. Да ёлки-палки, как же ты меня достал-то? Со своей невидимости, блин, а? В дальних коридорах не было видно, где он. А в этом поздно уже сообразил. Ух, как все запущено. Так, я хоть тут все подобрал. Протектор он вообще не алё. Дырки в потолку нету. Так. Собачка отъехала. Вдруг притворился. Вам пора уже признать мое доминирование. Я вас перестану супермутантами называть. Будьте у меня афрозелеными людьми. Плюс 3 радиации попил. Так, что там с карабином? Ох, какой. Скорострельный 127. И у меня к нему 1 000 000 патронов. Вес 5 килограмм. Заинтересовался сейчас. Вот заинтересовался. Еще и бронебойный. Так, а у меня сейчас из оружия есть такой вот никчемный очень один, очень долго стреляющий. Скорострельность 83. Этот нужен, вот этот. Так, 20, скорострельность 55, этого 14, но скорострельность больше в 2 раза. Скорострельность 55 вполне хватает. Значит, показалось, а? На минутку. Кого?
кого-то сидели, смотрели на то место, где был раньше телевизор, и кого-то ели. Хороший бой, говорит человек, ты умрешь. Ну, нехорошо, а как бы с честью. Ключ от анатомического театра. Пружина, масло, сталь. Зажигалка весом, блин, 0,5 килограмма. Употребляет что-то там. Я, говорит, найду и убью. Странно, их лечили патронами. Инъекциями, наверное, патронными. Рентген кабинет. Чистая белая тарелка. Кому-то приносили еду по ночам тут с чистой белой тарелки. Втайне от всех. Пожрал. Будильник. What? Who's there? Дойду я уже сейчас, узнаешь, кто тут, что тут. What's that? Поверху ходит. What was that? Ears played tricks. Двое. Я не то хотел. No fight today. Скажи мне это в профиль. Кто там ходит? А, это там шум ходит. Но... ну, все нормально. Это, между прочим, странно, что ты меня слышишь. Ой. Наверх-то как подняться? Ага, все. Вас там двое. Перестрелка закончилась нехорошо. Вот это ты, дружок, подкрался. Меня хорошо видно? Your time is done. This is the urge of the super mutant.
Сейчас, говорит, время супермутантов. Да нет, дружок, детское время вышло. Хороший подарок подогнал Паладин Дэнс. Видели мы эту ерунду уже. А ты еще в порыве безумной страсти метнусь к лифту. Сложный терминал. Сейчас мы сложного мутанта. Найдем. В лаборатории могу что-нибудь сделать. Так, лечение могу сделать два. Раз не в ближайшей перспективе маячит у меня встреча с этим парнем, погадаем загадки. Требуется пароль инженера, даже близко не инженера, фанатики. Nice. Правильно. Антиродин, Родикс, изолента, серебряный медальон. Что там? Зубная паста. Кто-то пользовался, я не буду брать. Антиродин. Ну что-то недоработочка какая-то. На очень сложный терминал было закрыто два бутылька бафаута, антиродин и две подушки. Так, ясно, понятно. Вот ты где. Банка. Ух ты! Скорострельность тащит. Ёлки-палки, это вот этот зверёет, непонятно с чем. Чашка с лапшой в дело.
кукуруза где-то еще мелькала. Водка, сила, интеллект. И лафасоль я посадить бы хотел. Попробовать. Ебаный в рот. Прекрасное приложение от Adobe. Свернула экран. Установка флешплеера. Пофиг, что ты чем-то занят. Но на мужика. Эх, на мужика не вышло. Ну ты да сохранился. Ты почему живой-то? Еще. Шикарно сохранился. Начинает стрелять, какой экран темный. Так. Хламотрон узнаю. Да дайте мне пешком-то пойти. По-серьезному. Вот я его не вижу там. Хоть гамму выкручивай. Выходи-ка ты, дружок, на свет. Блин, протекторон сейчас еще будет наяривать мне. Вот это был не очень с моей стороны хороший. Сразу давай до свидания. Блин, протектор он отключить бы. Блин, придется протектор он гасить. Так, гаси, гаси его, протектроша. Я тебя сейчас выключу. Боль, говорит. Так, чё я по два-то с перепугу?
Так, дружище, ты, конечно, молодец, но почему ты не отключился? А состояние единицы занято. Ну, пусть он там. Его сейчас добьют, и я уже мутантами займусь. Ну что? Что вы нервные такие? Протекторон все, что ли? Больше не контачит. Капец, они тут разделочно устроили. Дежавю, видимо, я погиб еще до того в прошлый раз момента. Вот он, короткий инъекционный карабин. Что там тяжелое? Броня супермутант, не интересуемся. По батарейкам просел чуть-чуть. Так, кровный мешок был для какого-то апгрейда нужен. Рейдер в анатомическом театре. Шлем супермутант. Хороший буду в нем. Да ничего не могу понять. Тут должно же быть что-то интересное. Про специальный ключ. Тут. Так себе представление в театре. Не понравилось, не приду больше. Так, нам нужно куда-то, то ли наверх, вон туда, то ли вниз. Я потерял лестницу наверх.
Автоматический дробовик. Интересует. Патрошки возьмем. Ну и где тут выход у вас? Мне наверх, ну на. В микроскоп я позже приду посмотрю. Где наверх подъем? Так, лифта я закрыла, может быть, броситься в лифт или на нем попытаться уехать наверх. Больше вариантов что-то не наблюдаю. А чё у вас в лифте кнопок нету? Не оправдалось. Нифига себе, вы тут устроились. Отлично. Голова, говорит. Не надо хамить незнакомым людям. У них размеры кухни. Игрушечная машинка, блин, в ней болт. Но это нереально таскать по килограмму. Каждый болтик. Извиняюсь. Что это такое? Мороженка. Ну теперь, по-моему, тут все уже тишина настала. Пустой пакет из-под крови. Возьмем, посмотрим, что с ним можно потом сделать. Меню, блин. Глазница. Кусок черепа. Что там? Особенный ключ. Без ключа справляемся.
Вот, теперь зачищена Медфордская больница. Приходи к нему лечиться. И корова, и волчица. И жучок, и паучок. И гусеница. Выход. О! Гудини умный погордился. Здесь я не помню, по-моему, пробегал, не успел посмотреть. Да. Мрачная больница. Коробка с боеприпасами. Актуально. Ничего, шпилек у нас много. Патрон. Патрон. Что там короткий? Скорострельность 2. Смешно. Сесть передохнуть. Ох. Дорожку. Такую сумку бы мне через плечо таскать. Чтобы впихивать побольше. Турелька. Сейф. Nice. Патрон. Деньги. Патрон. Серебряная вилка. Вилка нашлась. Так, терминал, видимо, ничего из себя не представляет, только открывает сейф, который мы уже открыли. Ланч. Не то. Атриум. Не то. Лиф. С. Тоже не валит. Кстати, подходит. Ух ты, почти угадал. Валит. Значит, fallen. Yes. На управление замком. Интересно, ну-ка. Блин, так можно опыт качать. Мелко, конечно, но вот на ранних стадиях это было бы круто. Ну, нечестно, конечно. То есть, открыл сейф, взломал терминал, закрыл сейф, взломал еще раз. Ну-ка. Закрыли сейф. Ой. That's it. Опять плюс 12, да, вечный двигатель. Сигары, я не помню, там тоже какие-то из них можно полезные вещества добыть. Ну, не буду. Так.
продолжаем движение. Все-таки человек ко всему привыкает. Через какое-то время вот очнулся, да, против после заморозки. Ложился спать приличным человеком. Сейчас уже ничему не удивляюсь, хожу по колено в костях, по пояс в крови и нормалек. И не тошнит. Вообще ни в одном глазу. У меня такое ощущение, что я тут уже был. Или просто в очень похожие кабинеты. Не, ведра не было. Да нет, вот. Ну все, круг замкнулся. Ходу от Седова. Протекторон внизу валяется нам сейчас. На выходе. Обшупаю. Так, здесь все у меня. Сдали награбленное. Боевой снайперский. 45-й калибр с повреждением 39, скорострельность 33. Ну... Как бы даже не вопрос. Блин, пятерка, это что такое? Почему у меня такой перегруз? Он 19 весит, а мой 5. До свидания, штыковой, тяжелый, снайперский карабин. Так, с бургундским все. Неубиваемое. Я тебя слышу. Блин, это не тур или того, ну кажется, что... Все, на выход. Здесь
шороху навел. Вот лежит, искрит. Была бы еще кнопка починить. Нет, гранат не надо. Так, по-моему, тут какие-то двери еще открывались. Доктора какого-нибудь пригласите. Место хорошее. Приберется тут. Уровень уже на подходе. Солнышко. Карабинчик. Очищенный медицинский центр. Жизнь прекрасна и удивительна. Шагаем на вышке. Все-таки дойду я до бункера этого военного. Способность фанат больших пушек дает разнообразные преимущества в обращении с тяжелым оружием. В зависимости от уровня она увеличивает урон, повышает точность стрельбы от бедра и также позволяет ошеломить врага. Неудобная она. Хотя для детей этих гулей легко спутать зомби, на самом деле это люди, получившие страшную дозу радиации. Да. До вечера сюда пёр, ну ёлки-палки. Опять сейчас в потёмках шарахаться. Так, север. У вас слишком много вещей, вы не можете бежать. Это водка закончилась, да? Действие. Бутылка с коктейлем Молотова 2 килограмма. Так, перед этим-то я что выбросил? Ага, вон что упало. Демпфированный, гладкоствольный. Так, он у меня, кстати, на чем-то стоял, на девятке. Еще 2 килограмма. Так, 38 калибр. Урон 20. Они вообще одинаковые. Но почему? Вот этот разведывательный мощный. Дороже, чем тот разведывательный мощный, хотя тут легче. У него патронов больше. У него в магазине 48 патронов, поэтому он дороже. Ладно. Пока положим здесь. Север. Отставить свои. С этой пуколкой пока покажу. Ой. Чуть не скинулся.
В ушах шумит. Да, автоматический сигнал тревоги, но это я уже пойду потом искать. Сейчас нужно дойти до бункера. Там тепло. Душ. Сменная одежда. Горячий чай. Деревенская полиция. Гранаты, вакуумная лампа. Терминал. Кровать спать. Блин, какое-то место интересное. Военная электросхема. Посмотрим сейчас терминал, чем управляет. Пароль где-то. Сходство 0. Дети подобный. Не подходит. Спешно. Можно попробовать. Тоже не подходит. Так, Белонгин принадлежа. Сходство 2. Так, химия. Не канат. Химикали. Тоже не канат. Блудшет 1. 2. Так, это есть. Первое сходство. Где у нас еще был? А, я не помню. That's it. А, прожекторами, протектороном. Так, тут полицейский, вот и пусть охрана порядка. И прожектора пусть будут. Так, это чего тут? Чужаки не обнаружены, 6 метров. Все, ходи, шуми. Так, мы далеко ли? Да нет, совсем рядом. Оружейный верстак даже трогать не буду. Навигационный радиосигнал пропал. Вон там? Или где-то внизу? Почему все время потемки? Ох, я забыл код разведки. Еще шаг, я тебе башку нахрен снесу. Ты кто? Кто тебя послал? Как тебе удалось сюда проникнуть? Так, блин. Ты Брэндис? Что? Откуда ты знаешь, как меня зовут? Мне удалось найти аварийные маячки твоего отряда, и голографические записи привели меня сюда. Отряд? Что с ними случилось? Но ты угадай. Отдать жетоны. Они погибли, паладин. Вот их жетоны. Ты сделал это?
Спасибо, это очень много для меня значит. Я пытался за ними вернуться, но ничего не мог сделать. Я был один. Я тоже один, дружок. Тебе пришлось через многое пройти, чтобы отыскать меня. Надо бы тебе что-нибудь дать. За эти годы я много чего собрал. Технологии, всякая всячина. Если что-то понравится, бери. Просто забирай. Приятно было помочь. Я это очень ценю. Спасибо. Так, а закрыть дверь можно как-нибудь? Пропавший патруль выполнено. Я даже не знал, что у меня такое задание есть. Мы просто шли по зову сердца. Голозапись паладина. Если бы я его убил, здесь было бы, наверное, объяснение. Рассказ всей истории. Да, я могу спать. Скорее всего. Чё, гоу? Я пришел уставший. Голодный, холодный. Я хочу поспать, поесть. В безопасности. А ты мне выставляешь. Я еще потом переоденусь в... харизматично и с тобой поговорю. Потому что у меня есть кое-какие связи в вашей организации. Поспать. 12 часов. Двенадцатое марта 87 года. Аж пукнул от удовольствия. Ну все, спасибо, кто смотрел. Я понимаю, что играть интереснее, но буду пока по мере возможности сохранять прохождение. В следующий раз уже поговорю с ним, если это имеет какой-то смысл. И пойду по этому углу неразведанному. Музей ведьм, консервный завод и психиатрическая лечебница. Обещает быть интересным заход. Особенно консервный завод. Спасибо всем и пока.